Всем привет, ребят! Ну что, у нас с утра, как обычно, обзорчик рынков. Есть новости по поводу нового героя. Как его достать? Те, кто не тратили магическую пыльцу, имеют возможность, минимальный шанс достать пару осколков нового героя. Но опять же, с шансом я уже показывал магической пыльце выпадение. Это просто бред. Так. Здесь у нас так и не добавили новых сумок, так их и нету, они еще не введены. Как видите, продают только такие пакеты. Как-то странно, странно очень. Там ребята писали, на немке продают уже. В общем, смотрите, где я. Вот здесь 5 штук у нас продают на Тайване. То есть шанс, помимо того, что куча всего, у вас есть шанс словить. Вот у нас есть 230 пыльцы. Давайте сейчас, кстати, и попробуем хотя бы 5 осколков выловить нового героя. То есть шанс, как вы поняли, просто нереальный. Отсюда его словить просто unreal. Ну, точно так же, как... Ну, хотя на Тайване, посмотрите. О, ничего себе, 5 осколков, ребят! 5 осколков есть, нифига себе. На это мы потратили 100 пыльцы. Умножьте это все на 20. Как минимум. Даже больше, чем 100 мы потратили. И будет у вас новый герой. То есть, как минимум 1000. Это какая 1000? Тут, наверное, 1005 надо. Переролить и то не словишь. Бутылочки новые. В общем, все. То есть, словили мы только 5 осколков. Вот так вот. Просто, как по мне, бред. Больше нигде в акциях вроде здесь его не продают. Коллекционер. Неплохой коллекционер. За слизней можете словить Арктику. Так. Неплохо, неплохо. Смотрите, какие плюшечки. Это надо еще этих героев. Ну, за фобу вообще огонь. Награды, как по мне. Окей, забираем плюшки. В общем, вот так вот. Вот так вот на Тайване. Еще одного зефира даже собрали. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас интересного сегодня на ру-сервере есть. Что нам разработчики придумали? На Тайване, как видите, можно словить. Так, русский сервер. Смотрим здесь. Трать с выгодой. Значит, есть сегодня коллекционер героев. Кому надо, кидайте заявочки по ролю. Что у нас на парящем? У нас нифига не поменяли на русском сервере. В общем, понятно все с русским сервером. Коллекционер героев. Ведьма Морозница ни о чем, Палач ни о чем, Королева Оз такое себе, и даже слизней собрать. Ну, это у кого тыковки нету, изворот как вариант и эмблема. Ну, такой себе коллекционер по сравнению с Тайванем, я вам только что показал, реально хрень полная. Так, рулетка удачи. Карта героя, кузница. Давайте посмотрим, что там в императорской кузнице. А вдруг сейчас здесь... Новый герой. Ну, это, конечно, вряд ли. Если они его 5 осколков добавили, то это вряд ли. Подарки, бонус. Ну, в общем, ничего нету интересного. Поехали дальше. Поехали. Давайте на немку. Посмотрим, что у нас на немке. Интересного. Там ребята писали за нового героя, что он появился у них в яйцах. Разбивалки. Ну, на немке мне он бессмысленно его доставать и тестировать. Если у кого-то на немке он есть, пишите. Сделаю обзор. Так. Ну, здесь то же самое. Новых пакетов с героем нет. Они просто не продают. Накаляют типа страсти, что будет мега-мега имбовый герой. Ну, я в этом очень сомневаюсь. А, вот они добавили его в эти яйца. Ну, шанс, конечно, его получить есть, но он очень печальный. Ну, красавчики. Вот реально красавчики. Что добавили? Попытки на рынках есть.
монет даже на рынках нету, то есть бессмысленно. К сожалению, смысла никакого нет. Так, окей. Здесь какая-то акция у них появилась. Ну, добавили, добавили. Может, кто-то и вытащил уже. Зефирка 5. Ну, неплохо, неплохо. Счастливое число. Будем смотреть. Так, поехали на английский сервер. Посмотрим, что у нас-то Англия поменялась. На Англии всегда что-то интересное есть. Так, за яйца, как обычно, здесь ничего не добавили. Странно, что они сумки не добавляют. Почему? Они же показали, что они будут в игре, но видите, они либо они на Зефира делают ставку, что все сейчас будут. Непонятно. Здесь ничего не поменялось. А, вот Aviars Goods есть новая акция, которую я вам показывал на Тайване. Она была. Сейчас посмотрим, какие здесь плюшки. Что у нас тут? А тут, кстати, шанс повыше. 10 штук. Неплохо. Я вам скажу, неплохо. Если 10 достать. Сумок нету, но хоть десятка, не пятерка, как там. Да и на английском сервере возможность набрать пальцы намного выше. Но сегодня ее что-то 100 продают. А вот 600. Ну, честно говоря, брать ради 600 пальцев, вытащить оттуда зефира, это не соберешь ты так. Это если бы я все время не тратил и знал, тогда да. Так, покер. Императорская, ну посмотрим. Может, где-то и продают его. Но пока только на немке целого. Нет, тут они акции не меняют. Здесь даже бессмысленно. Поехали в авиар, посмотрим. Так, что у нас здесь? Первая покупка, вторая, третья. Все, больше дальше нету. Возможно, когда-то откроет Зефир, Фоба. Ну, такое себе, честно скажу. Это вы заходите вот так вот, типа покупаете пак обычный. И у вас добавляются вот эти вот итемы, вы можете их открывать. Если я не ошибаюсь, по-моему, затрату. Если я не... А, за выполнение определенных задач. Все, вспомнил. Вот вам надо выполнить задачи, и вы, соответственно, сможете получить. Ну, 2 дня, ну, идет 3 дня даже идет. В общем, такое вот. Не знаю. Акция довольно-таки интересная. Ну, то есть выгодная даже в некоторой части. 9-е, тут 8-е, скорее всего. Вот такое, честно говоря. Чтобы там мега-мега-мега трэш был, бы не сказал. Так, что у нас еще есть? Тандера нету. Ну, в общем, и все. И на английском сервере тоже ничего такого прям мега-мега-мега нету. Смотр. Да, к сожалению, пока ничего нет. Но... То есть пока только на немке ребята могут словить, кто там донит, может уже половили. Я не знаю. Но у нас, к сожалению, пока варианта нет. Здесь ничего не добавили, здесь добавили только новую героиню. Давайте с вами на АЭС еще сбегаем. Сейчас загружу айосик. Глянем, что у нас на сервере интересного есть. Так, вот наш АЭС, удачный флип, наборы базара, тут даже обновления нету. Так, коллекционер, посмотрите за укротителя, 2x сразу героев дают, обалденный коллекционер.
просто обалденный. Фобос за Валентину Фрейю дают. Ну вот это реально круто. Вот реально крутой коллекционер. Разбиватель, что у них тут есть в разбивателе? Зефир. Ой, 20 осколков зефира, огник целый. Неплохо. Ну, коллекционер, посмотрите на этого Колю. Реально хорош. Парящий. Ну, у них вряд ли награды точно не меняли, как. У них обновы не было, на русском была, и все равно одно и то же. Так, ну, базар тут такой же, как и на английском, один в один. Но Коля неплох. Парящий. Бога грома нет, вчера он здесь был. В общем, вот так вот, ребят. Такие вот акции, даже не знаю, блин, я уже жду этого героя, его нету, у меня уже даже желание пропадает его выбивать с такими темпами, как они это все делают, реально просто тупо. Даже играть начинаю меньше, играю в другие игры. В общем, вот так вот, пишите комменты, что вы думаете, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Сегодня будет опять трэш с новыми героями. Всем удачи, всем пока.